Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусный бутерброд. Какой невероятный у меня хлеб с семечками, семенами льна. Я его купила, конечно, не готовила. Теперь любой творожный сыр и у меня запеченные помидорки черри с перчиком, с чесночком. Выкладываем. Все самое вкусное. Добавим свежемолотый перчик. Вот так это все красиво. Красота. Зелень и свежемолотый перчик. Оливковое масло я не добавляю, так как уже помидорки тушились в оливковом масле. Зелень. Базилик, конечно, лучше. Можно добавить укроп. Но, конечно, базилик будет. Не забывайте подписываться на мой канал. Красота. Посмотрите на это чудо. Вкусный и очень ароматный. Давайте немножко добавим сока. Вот так еще. Рецепт, как всегда, под видео. Всем пока!